В настоящий момент, по данным облсберкома, для участия в выборах в Государственную Думу от Владимирской области заявились 5 кандидатов. От 79-го избирательного округа Владимир Сипягин, выдвинутый от ЛДПР, и Тимур Марков от партии «Справедливая Россия». По 80-му округу самовыдвиженец Рафаэль Петросян, ЛДПРовец Илья Потапов, который уже подал документы на регистрацию, и Сергей Клопов, выдвинутый партией «Коммунист России». 24 политические партии провели 27 съездов. 22 уже предоставили в Центр избирательных комплекты необходимых для регистрации документов. По словам Вадима Минаева, ЦИК уже проводит процедуру заверения. До 0 часов 23 июля у политических партий еще есть время предоставить документы в окружные избирательные комиссии. Эти документы будут рассмотрены в облизбиркоме в течение 10 дней. Мы закончили прием документов от кандидатов самовыдвиженцев в ночь на 13 июля. 17 июня президент подписал указ о назначении выборов. Также 17 июня этот указ был официально опубликован. И вот 17 числа пошел 25-дневный период, в который все эти избирательные действия должны были быть произведены. Партии должны были провести свои съезды, кандидаты самовыдвиженцы должны были уведомить комиссии окружные о своем желании принять участие в выборах.